Всем привет, вы на канале The Box, меня зовут Володя. Ну что, друзья, вы знаете, у компании Xiaomi появился новый серьезный конкурент. Притом, как бы это неожиданно ни звучало, но это компания Motorola. Да, ведь за последнее время она выпустила кучу годных смартфонов, которые, кстати, удивляют своим соотношением цены и качества. И вот в этом видео я вам и расскажу о лучших смартфонах Motorola, на которые обязательно стоит обратить внимание, если будете себе выбирать новый смартфон. Короче, давайте не тратить времени зря, подписка, если вы еще до сих пор не подписаны, хотя, честно сказать, ну это, согласитесь, уже как-то сильно удивительно. Лайк, помчали. Я хочу вам напомнить, что у нас с Русиком есть свой телеграм-канал. И вот вы сейчас купили, например, новый смартфон и жалуетесь, что появилось что-то новое, а вы об этом не знали. Так не знали, потому что не были подписаны на наш канал. Вот подписались бы, знали. Поэтому не относитесь к этому наплевательски. Сейчас берите, идите в описании к ролику и подписывайтесь. И вот вы знаете, зачастую все ультрабюджетные смартфоны, ну можно сказать, что и ничем и не выделяются, кроме низкой цены. Но все же вот с Moto G22 компания Motorola смогла сделать действительно что-то необычное, ну в этом сегменте. Ну, как минимум, выглядит этот смартфон точно дороже, чем есть на самом деле. И корпус, кстати, получился минималистичным, но при этом не скучным. И вот особенно прикольно выглядит синяя и белая версии. Так что, если вам все-таки понравится этот смартфон, то я вам советую искать именно вот эти варианты. Не, ну если вы год, ну понял, да, там, не знаю, в пятом поколении, то, конечно, можете брать и черный вариант. Да и, кстати, стоит отметить, что в остальном Moto G22 тоже получился интересным. А особенно, например, в плане фотовозможности. И, кстати, Motorola даже называет его вообще лучшим камерафоном. Хотя, знаете, он, мой Русик, себя тоже называет Казанова. А к женщине прикасался, где ты? Только в маршрутке и все. Слушай, а можно без этих подробностей, а? И Motorola действительно неплохо фоткает. Но только вот, правда, в сравнении исключительно с устройствами за эту же цену. Ну да, все-таки здесь основной модуль в 50 мегапикселей, поэтому итоговые фотографии получаются как с хорошей цветопередачей, точно так же и с детализацией. Правда, вот фокусное расстояние, вы знаете, довольно-таки большое, поэтому время от времени все-таки фокус может сбиваться, если, например, подойти к объекту, ну, слишком близко. Поэтому что надо делать? Правильно, точно так же, как и к соседской собаке, сильно близко не подходить. Ко всему G22 еще и получил ультраширик, что я считаю очень необычно для смартфона за такую цену. Но все же, конечно, качество его ожидаемо бюджетное, и хорошие снимки вы получите только при дневном освещении. Ну и ко всему, смартфон еще можно записывать видео максимум в 1080p, чему виной не самый мощный процессор. А все дело в том, что смартфон этот работает на Helio G37, которого хватает плюс-минус для стабильной работы системы и максимум простых приложений, но не более. Не, ну вы, конечно, можете сюда поставить, там, не знаю, игры, но даже, кстати, с минимальными настройками графики вы вряд ли получите высокую частоту кадров. Да, поэтому на иконке с играми можете не молиться, это все равно не поможет вам запустить игры на максималках. Но все же я повторю, что для повседневного использования производительности вам хватит. А к тому же еще и система здесь будет плавно работать, ведь Motorola поставили в G22 дисплей с частотой обновления в 90 Гц. Правда, конечно, разрешение экрана ожидаемо здесь не высокое, а именно HD+. Но зато, например, благодаря вот такому вот простому дисплею и процессору смартфон может долго прожить. Да, все-таки внутри стоит аккумулятор аж на 5000 мАч, чего точно хватит даже на пару дней использования. Да, поэтому если вы, например, охранник и работаете сутки через трое, то с таким смартфоном вы уже сможете поменять свой график и зарабатывать больше. Ну, то есть работать 2 через 2. Ну и ко всему, Moto G22 получил такие полезные штуки, как NFC, слот под карты памяти, и, кстати, даже сканер отпечатка пальца в этом смартфоне есть. И за все вот это вот просят всего каких-то $160. А, это немало по-вашему, да? Ну хорошо, напишите тогда в комментариях, что вы считаете по поводу этого смартфона. Все же у Moto вот этого G22 есть еще и старший брат, который интересен не только более хорошим мощным процессором и быстрой зарядкой, но еще и имеет свою такую одну индивидуальную фишку. Ну и если вкратце, то Moto G32 уже можно описать как такой бюджетный вариант Redmi Note 11. Видели, как я умею, а? И одних похвалил, и других не обидел. Нет, с другой стороны, это действительно так. Да, ведь у этих смартфонов много общего. Но, кстати, Motorola все-таки изменила парочку моментов, и кому-то этот смартфон от компании Motorola может даже понравиться больше. Итак, начну я с общих черт. Или как правильно? Чертов? Как правильно? Чертов. А именно процессор. Moto G32 работает на Snapdragon 680, которого хватает не только для быстрой работы системы, но еще и требовательных игр. К тому же Motorola еще и поставили сюда 90-герцовый LCD-дисплей, чтобы смартфон работал не только быстро, но еще и плавно. Ну, конечно, ясно, что флагманской прям производительности вы точно не получите, но вот то, что смартфоном будет
пользоваться приятнее, то это однозначно. Ну и, кстати, в плане автономности все тоже неплохо, ведь питается смартфон от аккумулятора в 5000 мАч и еще и поддерживает быструю зарядку в 30 Вт. Да, так что в этом плане G22 вообще не уступает Redmi Note 11. И, кстати, вы знаете, то же самое можно сказать и о камере. Все-таки основной модуль здесь на 50 мегапикселей и выдает качественные фотки с хорошим уровнем детализации и еще и приятной цветопередачей. Но все же вот из-за ограничений процессора видео можно снимать максимум в 1080p. Но зато, кстати, с электронной стабилизацией. Ну а чем Moto G32 вот прям выделяется, так это своим звуком, да, друзья? Ведь Motorola поставили сюда сразу два динамика, да еще и с поддержкой Dolby Atmos. Не, ну конечно, не стоит ждать от бюджетника какого-то прям сверхъестественного качества звука и сразу бежать и выбрасывать свой музыкальный центр. Но звук неплохой. Ну а дополняет картину наличие NFC, Bluetooth 5.2, еще и поддержка карт памяти. И даже, кстати, разъем под наушники тоже имеется. Короче говоря, в этом смартфоне есть вообще все, что нужно современному пользователю, при том еще и по доступной цене. Ну а, кстати, вы не думайте, что Motorola сейчас делает только исключительно дешевые смартфоны, чтобы заманить новых покупателей своей ценой. Потому что вот следующая модель получила не только крутую камеру, но еще и очень хороший дисплей. Ну а пока полезный совет. Вот, значит, если ты, например, на работе от коллеги услышал фразу «хочешь покажу лысого», то ты, значит, не стоит нервничать, не стоит хвататься за какие-то тяжелые предметы и гоняться за ним по офису. Не нужно. А все почему? Да потому что человек тебе просто хочет показать мой обзор. А ты потом ему еще и благодарен будешь, когда соберешься покупать себе новый смартфон. Не надо, не благодари. Подписывайся. И вот точно, что первое вы заметите, взяв в руки Moto G72, так это то, что он неожиданно легче, чем выглядит. Все-таки смартфон получил большой дисплей, внушительный аккумулятор, но вот при этом весит он всего 166 грамм. И как для смартфона в 6,6 дюймов, могу сказать, что это довольно-таки большой плюс, потому что, ну, банально этим смартфоном будет удобно пользоваться. Да и, кстати, выглядит Moto G72 тоже, я могу сказать, неплохо, пускай и целиком сделан из пластика. К тому же, Motorola еще обеспечили этому смартфону защиту от влаги по стандарту IP52, так что он не боится дождя, не боится брызг и пролитого пива тоже не боится. Но все же, конечно, главное в любом смартфоне, это, конечно же, железо. И вот вы знаете, что G72 в этом плане тоже не разочаровал. Ну вот, например, почти всю переднюю панель здесь занимает большой AMOLED-дисплей с частотой обновления в 120 Гц и еще и точной цветопередачей. Ну и ко всему у него еще хороший запас яркости, ведь на улице она может подниматься до 1000 нит, что можно назвать даже, знаете, таким флагманским уже уровнем. А вот, конечно, в плане производительности вы получите смартфон, но где-то такого бюджетного уровня. Все-таки внутри здесь стоит Helio G99, который, конечно, обеспечит быструю и плавную работу системы, но вот точно не удивит вас какими-то сумасшедшими баллами в бенчмарках или FPS в играх. Не, вы, конечно, сможете поиграть в большинство новинок, но все-таки графику придется скручивать, ну, где-то до низких. Не, ну, ладно, не до низких, пусть в лучшем случае до средних. Но зато, например, Moto G72 получил большой аккумулятор в 5000 мАч, которого вам точно хватит вот примерно на 9 часов смешанного, но при этом беспрерывного использования. Да, так что сможете целый день спокойненько сидеть в интернете, смотреть разные видео, играть и не волноваться, что смартфон внезапно выключится. Не, внезапно только у вас, например, может свет выключиться, если батя спали, что вы целый день играли на смартфоне вместо того, чтобы делать уроки. Да и, кстати, камеры, вы знаете, тоже здесь не разочаровали. Все-таки главный модуль здесь аж на 108 мегапикселей, так что итоговые снимки получаются довольно-таки четкими. Ну и к тому же фото еще радует хорошим динамическим диапазоном и насыщенными цветами. И, кстати, хочу отметить, что ночной режим здесь тоже хочется похвалить. Ведь он не делает все снимки оранжевыми, как будто вы живете возле химзавода, и неплохо вытягивает детали. Да, так что по итогу вот этот вот Moto G72 можно спокойно назвать таким неплохим среднячком, который выделяется, например, камерой своей, выделяется своим дисплеем, еще и легким весом. И получается, что единственный его недостаток — это не самый мощный чип. Но если, например, для вас производительность не самое главное, то Moto G72 вам точно подойдет. И, кстати, пожалуйста, в комментариях напишите, что для вас самое важное в смартфоне. Это дисплей, камера или процессор? Да, мне интересно узнать, как люди подходят к выбору смартфона. И что? Итак, дальше я вам расскажу об Edge 30 Neo, который получился очень интересным не только внутри, но еще и снаружи. Ведь в этот раз Motorola реально заморочились над дизайном, ведь даже цвета корпусов этого смартфона создавались в партнерстве с Pantone. В итоге вот этот вот Edge 30 Neo даже получил версию в цвете Very Pearly, который в 2022 году вообще стал цветом года. Да, друзья, такая награда тоже существует, как оказалось.
Ну, теперь живите с этой информацией, как и я. Ну и ко всему, Motorola добавили еще и LED-индикатор на рамке блока задней камеры, который будет вам мигать при уведомлениях. И тут же, конечно, некоторые могут подумать, что раз в смартфон установили вот такой вот индикатор уведомлений, то, скорее всего, в нем стоит обычный IPS, который попросту не поддерживает функцию Always On. Потому я сразу успокою тех самых некоторых и сразу скажу, что здесь стоит P-OLED-дисплей с частотой обновления в 120 Гц. Притом экран здесь небольшой, ведь диагональ его составляет всего 6,28 дюймов. Да, так что Edge вот этот вот 30 Neo можно спокойно назвать еще и компактным смартфоном. Да и весит, кстати, он тоже немного, всего 155 грамм. Но все же из-за небольшого размера, конечно же, смартфон получил и небольшой аккумулятор, всего на 4020 мАч. Но вы, кстати, не думайте, что заряд этого смартфона будет прям таять у вас на глазах, как мороженое в сауне. Нет. Ну да, все-таки смартфон работает на Snapdragon 695, который не жрет много энергии и позволит этому смартфону проработать точно весь день. Ну и к тому же Motorola еще и поставили сюда быструю зарядку в 68 Вт и даже, кстати, не забыли добавить еще и беспроводную в 5. Ну а вторая фишка этого смартфона — это камера в 64 мегапикселя, основная, еще и с оптической стабилизацией. И вот благодаря ей смартфон делает четкие снимки с хорошим уровнем детализации и довольно еще и неплохие видео. Ко всему, даже местный ультраширик выдает качественные фотки. Ну, правда, при хорошем освещении. Да, так что можно с уверенностью сказать, что Edge 30 Neo подойдет всем тем, кто ищет компактный смартфон, но при этом, чтобы был с хорошей камерой и отличным дисплеем. В то же время, вот, например, следующий смартфон, он уже отлично подойдет геймерам, потому что получил мощное железо, но при этом невысокую цену. И вот, значит, в плане дизайна Motorola Edge 30 Fusion очень похожа на предыдущую модель, но все-таки выделяется вот таким вот дисплеем с закругленными по бокам рамками. Ко всему, смартфон еще и получил более мощные характеристики, а благодаря своей цене выглядит даже, кстати, поинтереснее многих флагманов. Вот, например, в качестве процессора сюда поставили Snapdragon 888+, который, конечно, уже давно не молодой, но я считаю, все еще годный. Все-таки его мощности точно вам хватит для всех задач, и даже, кстати, игры будут отлично работать с максимальными настройками графики. Ну и ко всему, вы еще и получите реально флагманскую работу интерфейса, ведь Motorola раскошелили здесь на OLED-дисплей еще и частотой обновления в 144 Гц. Так что система здесь будет отзывчивой и плавной, точно так же, как и на настоящем флагмане. Ну а для тех, например, кто любит на смартфоне посмотреть там, не знаю, сериальчики разные, ютубчик, мои видосики, то еще будет приятный плюс в виде динамиков Dolby Atmos. Ну и, конечно, ясное дело, что в такой-то смартфон просто, ну, не могли поставить плохие камеры. И вот Edge 30 Fusion фоткает, ну, прям вот хорошо. Притом, благодаря ночному режиму, даже в плохом освещении у вас получится сделать качественные снимки. А так как в смартфон поставили еще и мощный процессор, то он также еще умеет записывать видео в 4К и даже еще и с оптической стабилизацией. В свою очередь, Edge 30 Ultra — это уже настоящий флагман, в который Motorola впихнула настолько крутое железо, ну, я думаю, что насколько смогла. Ну, как минимум, чего вам только стоит одна камера в 200 мегапикселей, которая выдает снимки просто с крутейшей детализацией. Да и, кстати, в автоматическом режиме, это когда смартфон объединяет несколько пикселей в один, снимки тоже получаются отличными и радуют как детализацией, точно так же цветопередачей и еще и широким динамическим диапазоном. Ко всему, Motorola ж не забыли добавить сюда еще и телевик. Правда, он всего на 12 мегапикселей с двукратным зумом, но я считаю, все равно хорош. Как, собственно, и ультраширик на 50 мегапикселей. Да и, кстати, в плане производительности могу сказать, что этот смартфон тоже не пасет задних. Ну и даже больше скажу, он передних пасет. А все почему? А все потому, что смартфон работает на Snapdragon 8 Plus Gen 1, который все еще более чем отличный вариант для флагмана. Я уверен, что в Google Play вы не найдете ни игру, ни приложение, которое не смог бы потянуть этот чип. Ну и само собой, к такому-то набору прилагается, конечно же, и флагманская автономность. Да, конечно, ведь Edge 30 Ultra поддерживает проводную зарядку в 125 Вт, а также еще беспроводную зарядку в 50 Вт. Ну, а питается смартфон от аккумулятора в 4610 мАч, что, конечно, немного, но в целом могу сказать, что неплохо. Ну что, как вам новые смартфоны от Motorola, а? Что думаете, сможет Motorola обратно себе вернуть вот эту вот былую славу? Об этом обязательно напишите в комментариях. Ну а пока вы размышляете, посмотрите вот эти вот видео, потому что они не только полезны, но еще веселые и интересные. Ну и, конечно, главное помните, все самое интересное где? Правильно, в коробке.